Здравствуйте! Как провести выходные, вам подскажет наша афиша и я, Юлия Север. О грядущих мероприятиях, которые пройдут в нашей губернии, расскажу вам в ближайшие минуты. Телеканал «Самара ГИС» приглашает всех своих зрителей на фестиваль прессы 2016. Это традиционное событие состоится 28 мая в Струковском парке. Мы же приглашаем вас посетить нашу площадку, где будут проходить многочисленные конкурсы и розыгрыши. Вы сможете увидеть выступления лучших самарских коллективов. Встречаемся в 11:00. Главный ход у фонтана. Вас ждет космическая программа, игры и хорошая музыка. В мае 2016 года в 5 городах нашей страны стартует проект «Танцуй в парках». На протяжении всего летнего сезона в парках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и, конечно же, нашей Самары будут проходить мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Всех желающих приобщиться к хореографии ждут в парке имени Гагарина. Приходите и приводите друзей. Начало мероприятий в 19:00. Вход свободный. Хочется отметить, что в рамках проекта бесплатные уроки акробатического рок-н-ролла в парке будут проходить еженедельно весь сезон с 27 мая по 26 августа. Вот вам отличный способ все лето держать себя в форме и в хорошем настроении. А когда вы в последний раз читали книгу? Задумались? Значит, пора отправиться в библиотеку. Тем более, повод есть. 27 мая отмечается Всероссийский день библиотек. Традиционно в эти дни в библиотеках страны проходят праздничные мероприятия. Дни открытых дверей, акции, флешмобы, тематические показы, викторины и конкурсы. В этом году сотрудники Центральной городской библиотеки имени Крупской и филиалов СМИПС приготовили для жителей и гостей города разнообразную программу, в которую вложили фантазию, творчество, мастерство и креатив. Загляните в библиотеку по соседству. Юных театралов 29 мая ждут в гости актеры театра «Кукол» на сцене «Урок веселых музыкантов». Это, безусловно, спектакль, рассчитанный на семейный просмотр. И это еще одна яркая трактовка истории давно минувших дней. Каждый зритель, независимо от возраста, найдет в новой интерпретации сказки что-то сокровенное, то, что понравится именно ему. Зрители постарше отметят ностальгическое сходство героев постановки с яркими персонажами культового мультика. Пожалуй, на этом поставлю точку. Вам, дорогие зрители, желаю хороших, нескучных выходных. До новых встреч!